ребенок родился, он в это же утро взял и повернулся на живот, лег. То есть и уже сила жизни была. Он уже вот он родился, он повернулся сам. Сам. Двое детей просто головку вот родились. У меня трое детей, это третий ребенок. Вот так вот родился. Во-первых, легко. Я его просто выдохнула, сказала: ну, поехали. Он так. Поехали! Опа! Поняли, женщины, учитесь. Не головка, ничего, а сразу раз, да. Родился. Поняли? Вот. Слово запомните волшебное. Поехали! Классно, вот. Но было удивительно, что он через 3 часа после рождения он сам повернулся на живот, лег. И он все время поворачивался на живот. И голову держал. Да, он на 2 месяца, в 2 месяца он у меня же на руках вот так висел. А сколько родили? Но врачи мне сказали, что ваш ребенок не проживет 4 лет. Сейчас ему 18 лет. А вас сколько родили? Родила в 36. Врачи, сейчас мне 54. Какая разница, что они так сказали? Ну да, это не важно, да. На самом деле. Хорошо. Ну так вот, Татьяна Русь в славянской культуре живет по традиции. Ей по традиции обязана до 200 лет хорошо выглядеть. Потом, вырасти, честно, надо, я потом бабой-ягой будешь.